Сегодня в Чебоксарах состоялось открытие мемориальной доски в память о Михаиле Гендельмане, человеке, благодаря которому большинство населенных пунктов Чувашии имеют работоспособные коммуникации и благоустройство. Дальновидный начальник, эффективный управленец. Так можно сказать про Михаила Гендельмана. Участник Великой Отечественной войны, после ее окончания он нашел себя в жилищно-коммунальном хозяйстве. Заслуженный строитель РСФСР и Чувашской ССР. Михаил Исакович проработал руководителем ТРЭСа «Чувашремстрой» более 40 лет. Идем мы по улице, значит, на этом доме 9 мемориальных досок. А я знаю, что Михаил Исакович жил в этом доме. А как же его нет? Так же не должно быть. Вот с тех пор этот момент закрутился, мы обратились в администрацию города, они разрешили доску поставить, мы это все дело организовали. Мы его уважаем, любим и хотим, чтобы на этом доме была доска мемориальная, чтобы люди, приходящие, проходящие, смотрели, видели, что в этом доме был такой замечательный человек. Чувашремстрой во главе с Михаилом Гендельманом занимался капитальным ремонтом жилищного фонда, строительством, ремонтом дорог, благоустройством территорий и озеленением улиц. У ТРЭСа даже был собственный участок, где выращивались саженцы деревьев и кустарников. Михаил Исакович Гендельман отдавал благоустройству города все свое свободное время и энергию. И именно благодаря ему в столице республики появились такие места, как сквер Чапаева, театральная набережная, площадь республики и сквер перед Национальной библиотекой, которые впоследствии стали визитной карточкой нашего города. Татьяна Леонтьева, Николай Яковлев, Республика.